Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Играет, комментирует для вас Луцкий Александр. Продолжаем проходить карьеру игрока FIFA 16. Продолжаем играть за Шеффилд Юнайтед, за Александра Пасикова, конечно. И начну я эту серию с хорошей новости для нас. Мы попали в команду недели, в последнюю, да? Александр Пасиков, видите, на первой позиции. Здесь Боб Хэррис, также из Шеффилда, Киран Фриман и Конор Сэммон, тот самый лысый, высокий, мощный нападающий наш. Да, вот 4 игрока из Шеффилда попали в команду недели. Это здорово, и, к сожалению, это не попало в серию. Но за то, что мы попали в команду недели, нам добавили, по-моему, чуть ли не каждому из навыков по плюс 1. И теперь у нас уже общий уровень 74, короткий пас, вы видите, 82, ловкость 77, кругозор 76, владение 75, дриблинг 73 и длинный пас 72. Это все наши лучшие показатели. Но играем мы против Ковентри сегодня, первый матч, поехали. Сыграем в зеленой форме, наконец-то, еще ни разу не играли. И вообще, смотрите, несмотря на то, что мы запросили замену, вы помните, нас заменили на 60-й, по-моему, минуте, все равно Пасиков полностью физическую форму не восстановил свою и выходит на матч с Ковентри под уставом. Тут еще и ливень будет, и Шарп в нападении, то есть невысокий нападающий, надо будет играть низом, а наши любят выносить вперед, в общем, будет сложно, но мы попробуем. Вот это Пасиков перехватил, Шарп, но тут один совершенно Пасиков! Забегай, 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 партнеры забегают, отлично, на фланг, но правда уже защитники прибежали тоже, навес! Да, все-таки надо было, наверное, на себя брать и убегать, хотя скорости вроде бы не хватало. Запрессинговал здесь Пасиков. Оценка 6-4 за первые 9 минут матча. Неплохо, по-моему. Сейчас нам скинут. Да, нам скидывают. И Пасиков можно подать сразу в штрафную. И подача на вратаря. Хотя нам и добавили оценку. Может быть, острый пас за это тоже добавляет. Мне надо заканчивать бегать по всему полю, на самом деле. Ничему хорошему это не приведет. Видите, я вообще не на своей позиции сейчас. И вот. Зачем я пошел в дриблинг? Ладно, сам хоть отобрал. Вообще, почему-то наша команда в этом матче играет больше через правый фланг, а мы знаем, что Пасиков играет на позиции левого центрального, и получается так, что мы остаемся вне игры, чтобы хоть как-то повышать свою оценку, приходится смещаться направо, вот, терять свою позицию. Ой-ой-ой, здесь смотрите, у нас какой нападающий бегает один совершенно на фланге, и там наши защитники почему-то пошли в прессинг вдвоем и оставили его без присмотра. Так вот, и смещаясь туда, я вступаю в отбор, пытаюсь перехватить мяч, постоянно бегаю, постоянно в движении. А смотрите, уже силенок-то осталось половина, а минута только 28-я. Надо экономить силы. Пасиков, ну забегай, забегай на фланг, что ты стоишь? Вот, Вулфорд. Отлично, Пасиков, между двоих. Не смог пройти, и нет нарушения, хотя его там вроде бы подталкивали, Александра я имею в виду. Ну да ладно, играем дальше. Пасиков. Запросил мяч, получает его. Подкат также получает. И еще можно пас ему сделать. Хорошо. На фланг отправляет партнера. Хэммонд вернул пяткой. Пасиков. Пошел в ложный замах. И нет, неправильное решение. Кэмпбелла Райса выпустили на второй тайм. Может быть и полегче будет как раз. Хотя нет, не налево, на правый фланг его выпустили. Не знаю, 6,2 у нас оценка как вот зависла, так и не меняется. А вот здесь можно было перехватить. Но я почему-то не думал, что именно этому игроку пойдет пас. Так вот, ну пока 0-0, такая нулевая игра у нас по традиции, да? Мало моментов и у соперника, но сейчас, похоже, появится он. Да, но удар мимо. Ничем мы не запоминаемся в этом матче. Тренеру 55-я минута, оценка 6,2 по-прежнему. И я думаю, что еще одну атаку проведем, и я запрошу замену, потому что сил мало. А нам еще играть и играть много матчей в этом дивизионе Англии. 24 команды, напомню, 46 матчей, только в лиге, не учитывая еще всякие кубки. Так что здесь нужна свежесть, здесь нам нужна будет свежесть. Ну и Ковентри продолжает владеть мячом, Шеффилд не может ничего с этим поделать. Пасиков, вот это хорошо на Сэммона. Сэммон, верни на Пасикова, Пасиков на замахе, Сэммон! Отскочил к нему мяч, и можно было забивать. И Пасиков на добивание шел. Ну конечно, он не успевал там вообще ни в какой мере. Кэмпбелл Райс, Пасиков, через центр можно сыграть, хорошо. Можно вернуть Пасикову, хорошо, Пасиков принимает мяч, но тут против него двое сразу. Классно прессингует Ковентри, классно. Ну и, как я и обещал, прошу замену, потому что сил уже совсем не осталось. Рассчитываем матч, я уверен, что они опять выиграют. Это волшебство, они владели, вот сейчас, когда я уходил, 25% времени Шеффилд Юнайтед мячом. А теперь они выиграют 3-0 там как-нибудь, да? Смотрим, как сыграли. Смотрим, как сыграли. И с Ковентри. Нет, 0-0. Так и остался счет. Удивительно, удивительно. Донкастер следующий наш соперник.
Гостевой матч, пасмурная погода, состав мне нравится, Кэмпбелл Райс есть, Вулфорд есть, Шарп есть, ну правда, Шарп это не то, что нужно. Вот почему мы так мало владели мячом? Я уже об этом говорил в прошлом матче, потому что наши защитники и вратарь выносят вперед, а Шарп, естественно, с его маленьким ростом не может зацепиться за этот мяч, и мы обратно возвращаем его сопернику. Я надеюсь, что все-таки в этом матче мы попытаемся играть низом. Хорошо, Пасиков здесь отобрал, Кэмпбелл Райс с ним сыграл. Оу, подкат сзади и желтая. Наверное, желтая, да. Это желтая карточка, срыв атаки. Но смотрите, фалят в основном я заметил. Если уж и фалят на игроках Шеффилда, то фалят именно на Пасикова. И смотрите, опять длинный заброс зачем-то вперед на нападающего, который 1,70 м ростом. Что за... Харрис, Пасиков. И на фланг еще раз Харрису догонит или нет он? Да, догоняет. И подает, неплохо. Там ничего себе. Стакмен. Вратарь очень высокий, надо сказать. Пасиков в разрез Хэммонду. Хэммонд, ну продолжай, отлично, забивать надо, Шарп. Не попал по воротам. Напор плюс один, смотри-ка ты. Еще раз за отбор что-то получаем. Развиваем атаку, Харрис, Вулфорд. Ну зачем ты сюда-то пасуешь Пасикову? Ну он, правда, удержал мяч, конечно. Тут же его потерял, но вот ему снова пасуют. Дальше, Фримен, 6,2 оценка. Фримен на Пасикова, Пасиков. Снова на Фримена, и верни, Пасиков. Хэммонд. Пасиков. Стеночку, да, сыграли здесь. Пасиков. Но не пройти здесь, скорости нет. Придется играть вон с партнером. Коутс. Пасиков. И в разрез. Хорошо, Кэмпбелл Райс. Зачем я запросил? Вот это лишнее было. Снова отбор Пасикова. Пасиков. Ну-ка отсюда. Не-не-не-не, не попал. Чуть послабее, возможно, и в створ бы попал. Но, правда, все равно вратарь все контролировал. Пасиков. На фланг надо Кэмпбелл Райсу, да? Кэмпбелл Райс. Пяткой на Пасикова, ну, слабо, очень слабо. Оставил мяч. Само собой, Пасиков не успел. Не надо было запрашивать опять, лишние действия я сделал. Но, с другой стороны, ему там, ну, у него других вариантов не было. Подавать не на кого было. Он бы все равно потерял мяч, хотя, может быть, угловой бы заработал хотя бы. Позиционный отбор плюс один. Нас еще дали. Продолжаем отбирать напор плюс один. Супер. В одно касание хороший пас на Коутса. Дальше, Кэмпбелл Райс. Пасикову, Пасикова догоняет здесь, но он удерживает мяч. Хорошо, атака развивается. Вулфорд. Можно Пасикову на ход. Ну, вот здесь вот сейчас Пасикову можно, да? Нет, 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 нет. Я знаю, что я лишку запрашиваю иногда, но приходится, приходится. Пасиков. Хорошо, Каутс. Вулфорд. Пасикову отдайте мяч. Хорошо, Пасиков. На замахе, ушел от одного. И еще проходит троих. И еще. Ну, слишком. Это уже перебор. Хотя взял на себя, почему нет. Ну что, угловой. Можно разыграть с Пасиковым здесь. Разыграем, разыграем. Хорошо. Пасиков, подача. Отлично, ну забивать. Как мяч не зашел сейчас в ворота. Это была голевая. Вот реальная голевая передача сейчас от Пасикова. И забивай не хочу. В рукой вратарь еще раз рукой. Он дважды там сыграл рукой. Удивительное дело, удивительное дело. Подача на Пасикова, скинуть мяч. Не получается. И мы пропускаем. Ну вот, в традициях, все в наших традициях. Давим, 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 пропускаем. Когда играем от обороны, не, вообще не создаем моментов у чужих ворот. Вообще не заметен Пасика, в том числе мы. Играем со счетом 0-0, да. Ну, не пропускаем, в общем, или забиваем там единственную какую-нибудь атаку. А здесь вот, пожалуйста, 1-0 пропустили, да, действительно так. Но мы так набегали за этот первый тайм, но, правда, оценка 8,1. Я не знаю, может быть, замену попросить. Может быть, команда без нас лучше справится. 8,1 оценка. Не хотелось бы ее терять, хотелось бы ее утратить. Сил вообще нет, видите, сами все. И не успевая здесь пасиков, вот-вот-вот-вот, второй нам летит, нет. Из-за того, что много прессингуем, в том числе и Александр, в общем-то, из-за этого и пропускаем опасные атаки. Причем эти опасные атаки редкие, но меткие. Забивают нам почти в каждой из них. И что? Просим замену. На второй тайм мы не выходим. Да, Жозе Бакстер. Рассчитываем остаток матча. Перехваты плюс один. Нам дали, 15 матчей сыграли. Новые празднования. Кстати говоря, нам нужна персональная опека плюс один. Нам нужно зайти в успехи. Зайти в успехи. И, собственно,
посмотреть, что нам тут нужно. Владение мячом. Так, финты, лучший игрок матча еще один раз, и нам дадут контроль мяча плюс один. Удар и створ ворот. Угу, еще два, и подкрутка плюс один. Неплохо. В общем, много чего еще тут нам надо выполнять. Ну, со временем, я думаю, все выполним. Ладно. Нет, даже не сюда я хотел зайти. У нас 18% общий прогресс. Не то. Я хотел зайти вот сюда, наверное, да, изменить профи. Здесь у нас должны появиться... Да, разные фишки. Вот, уже есть. Дальнее вбрасывание, да, пусть будет, и ранний навес. Пока все равно остального другого нет, мы выберем именно это. Добавляет подкрутку мячу, посланному с фланга. Это достаточно полезная вещь. Вот. Ну и бутсы нам открылись некоторые. Да, Adidas вот открылся. Давайте посмотрим. Mizuno Wave Ignitus. Кстати, под форму подходит. Магиста серый, синий, черный. Нет, тоже нет. Не нравится мне. Ну и все, да, только три. Три вида бутс открылось у нас. Но лучше из этих, конечно, ну, как по мне, выглядят лучше вот эти вот. Да, но под вторую форму нам подходит. Я их менять все равно не буду. Не. Ждем, когда откроются другие. Очередная симуляция тренировок, владение на F. Как так вообще? Эльронда C, создание моментов D, Эльронда D, штрафные C. Ну, хоть так, хоть чуть-чуть прокачиваемся. Так, ну смотрим, кстати, вообще задачи на сезон. Средняя оценка за матч у нас чуть-чуть не дотягивает до нужной. 8,2 она должна быть. Ну вот, надо прибавлять еще. 25 голевых атак, пока у нас мало совсем. 72 голевых момента, тоже пока мало. 88% точных передач, как раз мы на этом проценте играем. Что касается ближайших целей, вот Свинтон Таун остался у нас один матч и две голевые атаки, у нас этого не было. Средняя оценка за матч, почему там 10-0 была, я и так и не понял. Ну ладно, мы выполняем эту задачу. Процент точных передач тоже неплохо. 6 голевых моментов. Не дотягиваем пока. Надо создавать еще вот в этом последнем матче. Две голевые атаки, это, я так понимаю, сами должны забить или отдать голевой пас. Не знаю. Пишите в комментариях. Поправляйте меня, если что. Ну что ж, заключительный матч сегодняшней серии начался. И я надеюсь, что в этом матче мы тоже себя проявим как следует. Вот первая наша атака. Вулфорд на Пасикова. Пасиков на Вулфорда. Снова Пасиков. Там защитник забегает. Получает мяч. Харрис. Недурно. Вулфорд и подача. Ну, подача в руки вратарю. Кэмпбелл Райсу на фланг. Неплохо. Ну-ка, развернись. А, он подает сразу на Сэмона. Неплохо, кстати. Вот Сэмону можно подавать. И я рад, что он сегодня в составе. Он будет цепляться. Подача на дальнюю штангу. И удар! Неплохо. Трауре вынес на мяч. Пасиков. Что придумает? Развернулся. Зря, да. Вот это да, вот это перехват, Пасиков. И идет дальше, но тут не подать, ничего не сделать. Он удерживает мяч корпусом, конечно. Вот, с партнером сыграл, можно вернуть ему. Пасиков на замахе, прошел. И вот сейчас подать надо, точно подать. Нет, ловкость плюс один. Новые празднования, физподготовка. Так, ну неплохо, все равно. Что-то мы там сделали. За что нам дали там, не знаю. За что-то нам дали вот это все дело. Пасикову скинули, надо скинуть дальше. Нормально. Хэммонд и Пасикову. Ой, отлично. Ох, вот это да. Не, ну вот это я, вот это вот действительно голевая. Ребят, вот это действительно голевая. Вот так я и хотел. Я так и хотел, чтобы Кэмпбелл Райс пробил сразу в одно касание. Это действительно было здорово. Скидка головой, потом Хэммонд, Сэмон. Ой, великолепно разыграли. Барселона отдыхает просто. Ну вот эти удары с разворота, они, конечно, не всегда точные у наших игроков. Но когда получается, это было здорово. Это было здорово, и вратарь не дотянулся. Ну что, 1-0, у нас голевая передача. Пасиков смещается на фланг. Что придумает здесь? А двоих ушел, ну кто забежит-то сюда? Вот так, хорошо, Харрис. И снова можно Пасиков. Отлично, Пасиков забивает. Далеко отпустил мяч, к сожалению. Я уже нажимал кнопку удара. Угловой у наших ворот не особо приятное занятие и зрелище. Вот, видите, что происходит. Просто вынос. Неплохо. На Коутса сыграл Пасиков. Можно вернуть здесь. Ух, пяткой. Пасиков. Дальше на Коутса. Ну, по-моему, было сейчас нарушение правил. Нет? Нет, судья считает, что ничего не было. Уже подустали, но надо терпеть. 35-я минута только. Приходится бегать. Знаете, что я заметил? Если я со скоростью бегаю, то есть вот именно прессингую, то и партнеры у меня действуют точно так же. Если я стою и просто нажимаю кнопку прессинга, ничего подобного не происходит. Сразу двоих Александр Пасиков.
по ногам отоварил и получит заслуженную желтую карточку. Конечно. Ну что, это очередная желтая карточка в коллекции Александра. И там скоро уже, мне кажется, до дисквалификации такими темпами дойдет. Но надеюсь, что мы ограничимся вот этими двумя-тремя. Сколько у нас там было? Выиграли головой. Ну и теперь нужно аккуратнее в отборе действовать, иначе можно и удалиться. Отлично. Сейчас на ход. Их не в ту зону-то, не в ту. Сэмон, Пасиков. Бегите, бегите, ребят, вон туда. Отлично, Пасиков, увидел. Увидел здесь Коутса, Коутс. Подача на дальнюю штангу. Можно передачу сделать на Пасикова, но Кэмпбелл Райс опережает Александра. Был офсайд, кстати, там у кого-то. Вот, и не дает ему ничего сделать. Да, офсайд был. Пасиков на оперативном просторе. В центр уходит. И кто, кто? Кэмпбелл Райс. Нет. Смотрите, какой провал у нас после этой ошибки. Вратарь выходит. И вы знаете, он напугал нападающих соперника. Они не забивают выход 2 в 0. Удивительно. Флинн с Пасиковым здесь разыграли. Флинн, беги, беги на фланг, беги. Все, сверни. Отлично, еще можно на фланг. Подавай, просто подавай. Хорошо. Сэмон, 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 Сэмон. Нет. Вижеру был первым здесь. Темнокожий вратарь Свиндона опередил нашего высокорослого нападающего. Вообще, конечно, вот эти подачи с флангов у нас пока никогда не заканчивались чем-то опасным. Когда мы разыгрывали вот именно с Пасиковым, да, через пас, тогда что-то получалось. После вообще ничего. Зря я, наверное, сюда пришел, я лишний. Пасиков. Давай защитника вон туда переведем. Оценка у нас почему-то падает немного. Харрис, Пасиков уже здесь на своей позиции. Пасиков за счет партнеров играет. Сэмон. Пасиков в разрезе. Хорошо. И вернуть. Пасиков на замахе. Зря, наверное. Хотя, что? Что случилось? Да кто опять нарушает-то? Господи, партнеры, зачем вы нарушаете без мяча? Пасиков удержал мяч. Ну, Хэммот, ну куда ж ты отпускаешь-то? Сделал бы дальше пас налево и все. Выход на оперативный простор. Там можно было уже и забивать, но, к сожалению, нет. Помните, у нас задачи голевые атаки там? Нет, в этом матче, видимо, не судьба. Пасиков, а? Кто-то отборолся. И пас на Коутса. Коутс, верни лучше. О, нет, нет, Пасиков, спокойно. Вообще, это обрез был, ну ладно. Пасикову. Хорошо, вся игра через него. Оценка, правда, ниже и ниже. 6,8 уже. Вот это не дурно. Пятка здесь. Еще можно на ход. Ну, вот это что было? От крайнего полузащитника нашего. Пасиков, но сил нет. Сил нет уже у Александра. Он разворачивается, конечно. Удерживает мяч. Вулфорд. Пасиков. Мы разыграем здесь. Разыграем, разыграем. Нет, не разыграем. Александр. Корпус ставит. Отлично поборолся. И снова выиграл мяч. Шарп. На голову заброс. Но нет, это перебор. Ребят, все. Надо уходить. 88-я минута. О, кстати говоря, а нет замен-то уже. Три замены сделаны, да, у нашей команды. Тогда я и не могу запросить ее замену-то. Доигрываем матч, значит. Доигрываем. Свиндон Таун атакует. Пасиков с мячом снова. Из последних сил. Надо-надо пасовать, Александр. Надо-надо-надо играть в пас. Стараться. 6,7 оценка. Была намного лучше. Да, но... Была голевая передача, я вам напомню. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Хорошо, Александр. Удерживает, удерживает мяч, удерживает. Дриблинг плюс один. Удерживает мяч. Что там, техничный дриблинг. Контроль мяча 10. Супер, ребят. У нас техничный дриблинг теперь открылся. Это, по-моему... Нет, это не надо ставить галочку там. Это просто вроде как у нас уже и так будет. Ну что ж, я этому рад. Я этому рад. У нас наконец-то будет техничный дриблинг. А в итоге оценка-то 6,6. Точность передач 94%. Но выходы с позиции у нас были. Мы постоянно играли не на своем месте. Именно из-за этого она снижалась постоянно. И отбор мяча всего лишь 40%. Два удачных, три неудачных. Хотя для нашей позиции центрального атакующего полузащитника это нормально. Одно нарушение, желтая карточка. Тоже из-за этого пофиксился у нас немножко рейтинг. Но ничего страшного. 5 удачных владений мяча, 12 неудачных. Два выноса, ну и выиграно один. Одна борьба головой, две проиграны. Нормально. Но мы не худшие по-любому в нашей команде. Вот здесь вот 6,8. Почему только двое?
А, вот. Ладно, неважно. Нет, все-таки умелый дриблинг, то есть он здесь называется умелый дриблинг, а не техничный. А сложные обводки позволяют делать, да. Все-таки вот здесь нужно ставить его. Да, я, естественно, его поставил. А когда у нас откроется больше всяких этих талантов, то дальнее бросание я уберу по-любому. Второе дыхание вот нам необходимо. А точный удар тоже не дурно было бы иметь. И, конечно же, изящные передачи. Да. Давайте хоть посмотрим, что у нас там команда на каком месте. На первом Шеффилд Юнайтед, Саутгемптон Юнайтед на втором, 30 очков, и Питербора тоже Юнайтед на третьем, тоже 30 очков. Но пока что мы напрямую выходим в чемпионшип, и это действительно меня радует. А вдруг нас на 2 года отправили в аренду из Ньюкасла? Мало ли нам придется играть 2 сезона здесь, хотя мы уже переросли эту команду, рейтинг 75 все-таки как-никак. Но, тем не менее, если 2 года, то в чемпионшипе еще поиграем. Много-много матчей. Ну и это хорошо. Быстрее качаемся. Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующей серии. Не забывайте, конечно, поставить лайк, оставить комментарий. Скоро продолжение. Всем пока.